Всех приветствую. В общем, год назад постелил я вот этот поликарбонат на веранду. Все бы ничего, все было хорошо. Выдержал снеговую нагрузку. Снега нынче много было. Не лопнул ничего, но была допущена вот такая ошибка. По краям я оставил очень большой выпуск. Думал, будет служить как козырек, чтобы на стены не лило. Но ввиду того, что создалась большая парусность, дули сильные ветра, ее шибко так трепало. В общем, все это разорвалось. В смысле, сорвалось с болтов, и вот до половины, вот видно, где заплатка. Все ветром ее разорвало. Сама заплатка толку никакого не дала, потому что неудобно было клеить. В общем, просто временно прибил штакетину, чтобы до конца не разорвало. Чем кончилось дело? Хотел железо стелить, но под железо нужно будет переделывать остов самой кровли. Возни больше. Купил я такой же поликарбонат, такого же размера, 6 на 2 100, только цвет синий. Буду стелить его вот сюда, наверх. А этот зеленый, который мы сейчас видим, будет вырезан по размерам, и им будет обшита внутренняя часть веранды. Ну, пойдем за поликарбонатом. Хорошо, что машина длинная. Вот этот рулон поликарбоната сюда вот заскочил очень даже легко. Сейчас вытащим. Приступаем к снятию старого покрытия. Ну вот, сняли старый поликарбонат. Очень сильный ветер, конечно. Работать неудобно. Как стелить будем, не знаю. Но стелить придется. Вот так вот вырвало с болтов, сорвало все в клочья. Но сейчас поверх старого расстелим новый, отрежу уже все в размер и будем пытаться затаскивать его наверх. Первый раз, когда стелил поликарбонат, мало того, что я неправильно закрепил, так еще его стороной не той положил. Ультрафиолетовой стороной я положил вниз. А нужно было вверх. Thank you.
теперь таким цветом будет поликарбонат. Еле закинули его, он еще не закреплен. Очень сильный ветер, тяжело работать, конечно. С внутренней части пленку сняли. С верхней пленку я пока оставил, потому что сейчас буду по ней ползать на досках. И чтобы не поцарапать покрытие, пленку оставим. Потом снимем, сверху проще снимать. Но сейчас нужно крепить, крепим. В общем, сейчас в краях крепим штакетинами. На место прибивания я разолью клей, жидкие гвозди, чтобы туда вода не подтекала. А по центру его в других местах уже на саморезы посадим с этими с резиновыми шляпками. Видно, как клей выступил. Теперь туда вода не затечет. Ну а сейчас крепим на саморезы. Ну вот таким вот макаром я тут растележился на крыше. Вот сижу на двух досках. Ветер так и не прекращается. Но сейчас скручиваю саморезы. Потом снимем пленку. Порядке будет осуществляться крепление. Саморезов что-то не так много взял. Не знаю, хватит, нет. Если нет, так старыми заделаю. Продолжаем крепить. Закончил я крепление поликарбоната. Синих саморезов не хватило. Пришлось старые коричневые закручивать. В общем, картина выглядит вот так. Там у нас по краям, с одной стороны, штакетина на клей посажены и прибиты. Здесь саморезы. Это две доски, на которых я стою. И здесь край то же самое. Осталось снять пленку. Снимаем пленочку. Все, закончили крепеж. Получилось гораздо красивее, чем в прошлый раз. Выглядит все ровненько.
Там вот небольшой горб, но это не критично. Но будем надеяться, что его не изорвет. Края я хорошо наглухо закрепил. Все ровненько. Здесь все впритык получилось. Не герметично, конечно, но не болтается, не горбится. Ну, с краю совсем я мало оставил. Вот так вот. И с той стороны. Здесь выпуск большой, как был в прошлый раз, он так и остался. Его не парусит здесь, с этой стороны. Поэтому тут ничего резать не стали. С левой стороны. Это кажется, что криво обрезали, но на самом деле все четко. Единственное, что это, видимо, веранда у меня такая кривая, поэтому смотрится так. Ну, ничего я трогать не буду, как есть, так пускай и будет. Вот вид снутри. В общем, синий цвет мне как-то даже больше понравился, чем зеленый. Может, просто мне зеленый надоел, но синий тоже хорошо. Он как-то гармонирует с синей дверью. Будем жить под небом синим. Торцы зеленые как были, так и остались. Не стал тут ничего переделывать. Так даже интереснее смотрится. Ну, в общем, вот такой вот навес или крыша, я не знаю, как ее назвать. Получилось у нас в этот раз. В следующей серии будем зашивать бока вот эти вот все тем старым зеленым поликарбонатом. Да, вот еще остался вот такой кусманчик нехиленький от нового. Не знаю, если зеленого не хватит, он же есть немножко поврежденный. Будет такой вот, зашивать буду какую-то часть зеленым, какую-то часть вот этим синим. Вот куда его девать теперь? Кусок-то такой здоровый. Ну, в общем, это будет в следующей серии. Всем пока!